Мальтийские дипломы были доверены блокчейну. Правительство Мальты, члена Евросоюза и Средиземноморской островной страны, запускают пилотный проект по регистрации академических сертификатов, таких как дипломы на системе блокчейн. В рамках проекта правительством страны было подписано партнерство с Learning Machine Technologies. Эварис Бартоло, министр образования и занятости, говорит, что теперь сертификаты об образовании и идентификационные записи будут в безопасности благодаря технологии блокчейн, поэтому студенты и работники могут делиться и получать необходимую информацию. И добавил, что это беспроигрышная ситуация для Мальты.